это улица Генерала Глаголева. Вот остановка. И дорожки, посмотрите, как устроены. Люди протоптали для того, чтобы подходить к своим домам удобнее дорожку, которую перекапывают многократно, и вторая рядом. Вместо того, чтобы положить хотя бы частично плитку любимую или заасфальтировать. Все должны ходить кругами. Пройти в нужном направлении никак нельзя. Да, газон. Да, зеленый. Но надо же следить за путями миграции, так сказать, перемещения людей. А наша служба благоустройства за этим не следит. Им нужно, чтобы дорожки были такие, какими они их предусмотрели. И ни в сторону, ни шагу.